Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию. Что мы будем делать в этой серии? А, может наши покемоны, которые там спариваются, опять что-то там вымутят. И у нас может опять появиться новое яичко. Мы, конечно, посмотрим. И что самое главное, ребят, то... Что я... Ага. А почему у меня карта опять закрылась? Это там, где наш дом. Смотрите, все вокруг, как опять карта закрылась. Я не знаю, ребята, честно, что это за хрень с этой картой. Ну да ладно. Что тут у нас с Дитто, что тут у нас с Джиглипафом? Опа, нифига себе, уже яичко, ребята, получилось. Замечательно, забираем яичко, это круто. Офигеть, как-то даже очень быстро все. Замечательно просто. А, Манчлакс, давайте, ребята, Манчлакса. У нас плюс одно яичко, это очень круто. То есть у нас уже появится Иглибаф. И сейчас давайте-ка мы будем разводить, наверное, Манчлакса сделаем с помощью Снорлакса. Только нам на него нужно шапочку одеть, как я понимаю. Поэтому давайте мы быстренько ща оденем. Где он? Манчлакс. Вот он. А, так, шапочка. Вот так. И знаете, ребята, что я сейчас думаю? А, то, что... Так, дайте-ка я обратно заберу. А кого я выложил? На НТ... Нет. Краби. А кого я выложил, ребята? Что за бред? Я только что выложил покемона, я уже не помню, кого я выложил. Так, где у нас был Снорлакс? Тут во втором ящике нету. Я сейчас еще быстренько так пересмотрю. Нету. В третьем ящике тот, кто у нас был. Сороковые, три ла-ла-ла-ла, 40. Вот тут тоже вроде никого нету, кого я выложил. Четвертый бокс, ребята. Нет, Пулеврат мы выложили в предыдущей серии, да? А кого я тогда нафиг выложил только что? Ладно, давай тогда вместо Снорлакса возьмем Краби. Может, у нас Краби был? Хрен его знает. Наверное, Краби. Ладно, как-то я выложил и сразу же забыл. И что самое главное, ребята, я, наверное, вот сейчас в этой серии летать не буду, потому что... Яйцо же вроде только вылупается тогда, когда ты много бегаешь, не летаешь, а именно бегаешь по земле. И поэтому, наверное, ребята, за этого у нас еще наш Эликит и даже не начал вылупляться, если честно. Так, ага, Medley in Love, Norox Falls, Medley in Love, замечательно. Вы там, ребята, делайте свое дело, а мы пока что будем искать новых покемонов и бегать, потому что без... Опа, босс. Magikarp. Потому что без бега мы никак нафиг не сможем выбрать Эликида с нашего яйца, а они только появляются, если мы долго бегаем, как я понял, да? Помните, у нас с подарком тоже так же было, когда подарки там раздавали на это, как оно там называется? Вроде там на Новый год, да, что ли? Или даже не на Новый год, просто вот сейчас в этом моде тут есть какой-то итем, да, как бы подарок. И он, как бы, его можно получить. Там тебе дается вроде рандомный какой-то покемон, и ты можешь его вылупить, да, если ты, например, только бегаешь. И, наверное, также с этим яйцом. Нифига себе, еще один босс.
Ну, наверное, ликит, ребята. Там у нас Пикачу ультимейт босс. Нифига себе. Это немного долго будет, да, ребята, я с вами полностью согласен. То, что это немного будет в том смысле, если мы будем только бегать. Но все же, ребята, иногда мы не будем бегать, потому что иногда вот покемон спавнится на горе. И пока мы к ним добежим, это нафиг хрен его знает, сколько пройдет. Поэтому иногда мы будем летать. Но в основном лучше бегать, чтобы... покемоны появлялись, да? Я, если честно, не знаю, как Кингдра получается, Хорси... как она... В смысле, обычно уровнем? Или, например, там, обменом? Наверное, ребята, все-таки обменом, но я, если честно, не знаю. Как я просто вот с... Не, ребята, я, к сожалению, не знаю, как Кингра получается. Наверное, все-таки обменом. Обменом с помощью какой-то шапки. А шапку я, если честно, не могу знать, какая. Ух, сейчас посмотрим. Так, Сидра. Какая нафиг шапка? Все так, бегать, точнее, больше бегать, меньше летать. Да иди ты нафиг. Что там с нашим крутым перцем? Еще один уровень остался. Наверное, в принципе, мы в этой серии еще будем убивать 10 близ, и он уже, ребята, прокачается. Шапочка. Это можно все выложить. Это тоже можно выложить. Какая шапочка? Вроде вот это, Dragon Scale. Как по мне, наверное, Dragon Scale. Ребята, я, если честно, не знаю. Буду благодарен, если вы напишите в комментариях, с помощью какой шапки эволюционирует Сидра в Кингру. Кингдру, короче, как это сказать. Но, наверное, все-таки с помощью этой шапки. Может, нам это пока что снять? Может... Не знаю, наверное, вот так оно быстрее будет как-то расти, увидим, ребят. Наверное, с помощью той шапки, если честно, толком не знаю, но, ребята, буду благодарен, если вы мне скажете, с Dragon Scale или нет. Потому что все-таки Кингра, Кингдра, как она нафиг пишется, как она читается, Кингдра, да. Будет круто, если мы ее сделаем. Она вроде есть уже в этой, да, есть, но только я только что проверил, как бы ее не было. Фу, снизил. Давайте, давайте, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. 10 шмоточек мы выкинули, 10 близи мы можем убить. И, как вы видите, ребята, у нас уже большой уровень. Так, 1, 2. Больше нету. Ну вот, 3 еще. 3, да, замечательно. Еще 7 близи осталось. Наверное, вот этот один уровень мы уже прокачаем в море, на нашем острове. Или, например, на тех же бишарпах, чтобы просто-напросто не тратить близи на один уровень, да? Нет, хотя мы не выложим. Как мы выложим Сидру, если нам еще одна эволюция осталась? Поэтому, наверное, в следующей серии мы выложим еще Крабби, Снизела. Ну, это постараемся. Давайте, ребята, в принципе, на остров мы и пойдем. И на острове мы и попытаем... Твою... Ты... Одиш, тварюга, ты... Да вашу мать! Вот так. Твою мать. Они издеваются, наверное. Сейчас нам нужно полететь, потому что мы так... я боюсь, мы умрем, если мы... спрыгнем оттуда, поэтому давайте лучше вот так. Ну что, ребята, давайте один уровень мы быстренько прокачаем. Да, я знаю, на любых покемонах, наверное. То есть 12-х уровня, не 12-х. Еще осталось 7 близи, но вот этих 7 близи мы прокачаем чуть позже. Точнее, используем в качестве прокачки, да. Один уровень уже докачаем Сидре. И потом, наверное, в этой серии мы, если постараемся, конечно... Если мы, конечно, постараемся, то может еще даже и прокачать... О, а зачем? Да. Мда. 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 Еще раз и еще раз мда. Что я тут делаю, если у нас есть вот этот остров? С кучей покемонами. С кучей покемонов просто. Больших уровней. Что я там нафиг делал вообще, ребята? Хрен его знает. Ну что, а тут, в принципе, смотрите, ребята, как мы тут и бегать можем. Раньше мы же и тут даже летали. Но сейчас мы тут можем бегать и... и тут даже нормально так опыт получать. Замечательно. Не опыт, а даже тут как бы
попытаться сломать яйцо, да не то что сломать, а чтобы оно как бы само начало ломаться, и чтобы вылупился, по сути, элики, да? Если вылупится, будет круто, ребят. У нас уже два яйца есть, это замечательно. А, то, что я еще хотел проверить в этой серии, ребята, знаете что? Так как сейчас уже практически ночь, давайте на следующее утро, этой ночью мы тут покачаемся. И на следующее утро мы... Опа, ребята, я только сейчас заметил. Крутой перец, сотый уровень. Да. Драгонейру еще осталось 10 уровней, и мы выкладываем нашего лидера в данной команде. Точнее, сейчас, когда он у нас есть, и берем, ребята, Драгонайта. Но давайте сначала пока что мы прокачаем Снизла, потом Крабби, а потом уже возьмемся за Драгонейра. В принципе, если мы хорошо постараемся, то за эту ночь мы даже Снизла можем прокачать к 40 уровню и Крабби к 40 уровню только тут на острове, да? А плюс к тому, что мы еще можем использовать Симблиси. Это, в принципе, нормально. Это нормально, то есть много уровней мы можем прокачать. А я... Да твою нафиг. А я, если честно, не знаю, как эволюционирует Снизл. У него еще вроде там эволюция в Виавайл есть, да? Ну, было бы круто, если его просто бы с уровнем, да? А не, например, там через обмен. Ну, хотя с шапкой тоже нормально, но вряд ли, если честно. Так, ну ночью почему-то тут не так уж и много больших уровней, поэтому давайте-ка мы бишарпом. Ну, бишарпом это не очень круто, потому что... А хотя, нет, есть нормально. А бишарпы просто в горах, да, и мы там бегать не сможем, потому что... Ну, не в горах, там, в принципе, по сути, летать нужно. Если мы там будем бегать, то это продлится очень много времени. Если мы будем с одной горы на другую просто перебегать через горы, прыгать туда-сюда, через блоки, в принципе, сами горы с высотой не знаю сколько, то это, в принципе, реально очень долго будет. Поэтому, ребята, все-таки давайте мы на острове останемся и побегаем, потому что остров у нас получился большой, видите сами, что большой, и бегать можно тут офигеть сколько, просто круги мотать, да и все. О, Драгонайт. Драгонайт, это круто, с него всегда алмазики могут выпасть. Что самое, знаете, не очень круто, то что на этом острове не спавнятся боссы. Я не знаю почему, вроде остров большой, вроде много покемонов спавнится. Два алмаза, ни хрена себе. Вроде много покемонов спавнится, но почему-то я боссов еще тут не видел. То есть вроде боссов вообще тут еще пока что не было. И это, если честно, не очень круто. Хотелось бы, чтобы было побольше боссов. И мы бы даже тут на боссах качались и пытались выбить какие-то шмотки. И пытались хотя бы выбить мастербол или еще что-то, потому что два мастербола все-таки там еще остается добыть. Не остается, а нужно нам добыть. Чтобы все-таки словить наших двух легенд, которых нам еще предстоит словить, да? Ну что, Снизл? Вот ты 40 уровень, замечательно. Я не знаю, как он эволюционирует. А ну сейчас, ребята, посмотрим. Так, ребята, сейчас. Это немного нехорошо, но я немного затупил. На него нужно одеть шапочку и прокачать его ночью. А если мы будем сейчас его прокачивать ночью, значит мы его уже перекачаем и нужно его будет прокачивать до 45 уровня. Ну ладно, так уж и быть, мы его прокачаем. На него вроде какая шапочка нужна? Разрук Клав, что ли? Посмотрим. Это немного нехорошо, так как... Разор Клав. Она у нас есть вообще? Ух, нафиг. У нас были вот эти все шапки, но я их, наверное, просто повыкидывал за Блисси, потому что Разор Клав вроде нужен был для эволюции... Нет, для эволюции Глайскора в Глейгора, то с поднятием уровня ночью, с помощью этой шапки, когда она... Когда она на нем одета, да? Но после этого... Разор Клав нам нужен. А как Разор Клав выглядит? А, вот. Так. Ты что, издеваешься нафиг, а? Вот так. А тут... Да твою мать, а? Ну да что вот эти нахрен контроллеры... Вот, Razor Claw, как она выглядит? Ага, тут хрен. Ее можно найти, значит, вот тут. Razor, нет,
А, Razor Club, вот она. Да. Ну, такой шапочки у нас 100% нету. Если бы мы такую выбивали, я бы помнил. Нет, ребята, я сейчас еще раз смотрю. Нету. К сожалению, нету. Ух, хреново. Нету шапки для эволюции Снизла, нету шапки для эволюции. Кого там нету? Какой еще шапки там нету, чтобы прокачать? Еще там вроде кто-то есть. Для Кинга нету шапки для его эволюции. Много покемонов у нас. Мы их не можем сделать только потому, что у нас нету шапки, с помощью которой они эволюционируют. Это не очень хорошо. А, как видите, ребята, куча всяких нахрен шапок выпадает, которых у нас уже заполнены ящики, темки, шапки, болы и всякая другая хрень, но то, что нам нужно, оно не будет выпадать нафиг. Не XP-шер, который не выпадает, а за целый сезон только, как видите, вот сколько у нас нахрен XP-шера. А, ненужные шапки нам не выпадают для эволюции. Да кого я нафиг кинул? Почему снизил? Да твою мать. А, ненужные шапки для эволюции покемонов нам не выпадают. И это очень хреново. И даже сейчас у нас уже и мастерболы не выпадают, и другие болы выпадают, которые нам нужны. И это, ребята, очень хреново, еще раз скажу, потому что без них мы, в принципе, никак не сможем закончить сезон. А сидеть и сутками просто охотиться на боссов с надеждой, то, что нам выпадет нужная шапочка, тоже как-то, ну, сами понимаете. Не от нас это нахрен зависит, выпадет ли она или нет. Ну ладно, Крабби мы прокачали, сейчас мы возвращаемся домой, выкладываем Крабби, когда он достигнет 40 уровня. И берем нового покемона, и в принципе Снизла мы тоже, наверное, выкладаем. Потому что, ну, мы его же не можем сейчас эволюционировать никак. Потому что шапочки у нас, к сожалению, нету. Это очень и очень хреново то, что шапки у нас нету. Да, я вижу, ребята, там босса, но хрен мы его там догоним, если честно. Нужно шапочки, ребята, нужно как можно больше убивать боссов. Действительно, вот это вот сейчас серьезно я говорю, нужно как можно больше боссов убивать. Опа, да. Вот поэтому нужно и одевать нафиг ранцы или даже крылья, когда мы хотя бы тпхаемся, потому что без этого мы бы нафиг просто убьемся, да и все, рано или поздно. Не знаю, ребят, я не знаю, честно, что делать сейчас с этими покемонами, которых нужно эволюционировать, но у нас нету шапочки для этого. Наверное, нам нужно в следующих сериях просто будет устраивать еще глобальнейшую охоту на боссов, как можно больше боссов находить, но если мы будем охотиться за боссами, то у нас не будет разбиваться наше яйцо, и также оно будет стоять на месте. Это тоже, ну, в какой-то степени хреново, да? Так. Шестая. Еще шесть осталось. Еще пять осталось. Маленький уровень. Вот. Пять осталось. Еще четыре осталось. Еще три осталось. Не перекачай, я тебя прошу. Еще две осталось. Фу, ну пока что мы больше никого не будем прокачивать, киллера мы уже выкладываем. Ну, смотрите, ребята, если мы будем выкладывать по два покемона, по два, по три покемона в одной серии, это очень круто. То есть, по два покемона в одну серию, это, ребята, действительно очень круто. Так, 150-й серии мы даже, наверное, уже закончим сезон, если мы будем по два покемона в одной серии выкладывать. Но сейчас в этой серии не получится 2. То есть мы выложим сейчас 2 Снизла и Киндера, но не потому, что мы их прокачали, а потому что сами видите, что мы пока что не можем прокачать Снизла. Ладно, выкладываем. Так, сейчас. Выкладываем Крабби. Крабби. Вместо Солозиса Парасек прокачан. Ага, вот. У нас еще не прокачанный Фарфетч'd. Так, Солозис, давайте Фарфетч'да возьмем. Просек прокачанный, тут уже, в принципе, все прокачанные. В ряд Снорлакса нужно потом переложить будет. Сейчас нельзя. Но пока что нормально, пока что нормально. Делибирда мы словили.
Скармори еще нужно, да, ребята, вы мне уже пишите, не знаю, то, что нам нужно Скармори, но я как бы всегда забываю его нафиг словить, но потом, потом словим его. Так, ну что? Ну что, ребята, я бы по... нет, Блисси пока что нет, я бы пошел на охоту за боссами, но яичко-то не очень хорошо, но боссы, если честно, сейчас как-то важнее. Как-то важнее, если честно. И плюс к тому, Пичу, мы полетим за Пичу, мне сказали, что он где-то спавнится вот тут, поэтому мы, ребята, полетим сюда. Он, как мне сказали, спавнится в том лесу с большим, ну... Большие дубы, да, что-то такое. Вроде он там спавнится, но... Ща полетим, ща проверим. Опа, боссик. Только не в земле. Пиджи... Ну, хрен его знает, ща посмотрим. Так. Да, Пиджи. Кто у нас сейчас будет прокачиваться? Фарфетчд? А я снизла не выложил, твою мать. Говорил, что ща выложу, но опять забыл его выложить. Ладно. Ну, значит, сейчас у нас мы будем прокачивать только... Фарфетч-то, как только прокачаем его там к 40 уровню, сразу пойдем ее выкладывать. Сразу пойдем и заодно выложим вот этого. Снизла. Ну, или сейчас нам повезет, мы пойдем каких-то боссов найдем, поубиваем, и может нам выпадет нужная шапочка, что маловероятно, но все же. Мне сказали, что Пичу спавнится вот тут, в этом лесу. Но... Если мы его не найдем, значит не так. Вот твою мать, был шайни, но... Заспавнился ты прям тогда нахрен, когда я уже пролетел. Вот ты прям знаешь спавнится. Но все же мы сейчас... Нам сейчас более так важно найти боссов, а не шайни. Хотя если шайни нормальные, то... Опа. Боссики, выходите. В этой серии мы, в принципе, уже парочку боссов убили, но было бы круто, если бы много боссов было, потому что они нам действительно очень нужны. Вот сейчас уже даже не из-за того, что нам нужно мастербол и... А за того, что нам уже и шапочки нужны. Потому что много шапочек нам нужно добыть. Опа, стоять. О, ну нормально. Хоть и uncommon боссы, но все же... То есть, есть тоже какой-никакой шанс, что выпадет... Что может выпасть что-то нормальное. Только я его нахрен не вижу, где он. Наверное, это он. Да. 100-й уровень, нифига себе. Так, замечательно. Но лечилочки пока что нам только лечилочки выпадают. Больше ничего нам не выпадает. Да, лечилочки, но... О, смотри, смотри, ребята, яйцо треснуло. Хотя мы сейчас летали, а не бегали. А может оно и трескается даже тогда, когда мы летаем? А хрен его знает. Ну, не знаю, ребята, увидим. Может, это считается так, как мы передвигаемся, то есть сколько мы преодолеваем блоков, да? То есть не тогда, когда мы находимся на земле и когда мы бегаем, и, в принципе, не тогда, когда мы в воздухе летаем, а тогда считается тогда, сколько мы преодолеваем блоков. То есть вот сейчас мы быстро летаем и, в принципе, мы быстро передвигаемся. Может, это тоже так считается, то что вот, смотрите. То есть мы быстро передвигаемся, и яйцо еще намного быстрее как бы разбивается. То что, вот нахрен, летаем с этой хренью, и у нас там с очень большой скоростью мы преодолеваем большое, ну, большое количество блоков, да? И может это тоже считается? Хрен его знает, честно, ребята. Так. Да! Да! Фух. Вот видите, ребята... Мастербол! Замечательно! Все, сейчас мы уже, в принципе, можем идти на охоту даже за Райкваза или, например, делать того же Мьюту, да, Мьюту, потому что мы выбили мастербол. Да, ребят, это очень круто, это нам очень поможет, действительно очень, ни хрена себе сколько боссов, смотрите там, пока я этого убивал, там еще парочка заспавнилась. Так, это у нас там кто? Пиджиотто, а это у нас... Ух, я бы и того убил, но, к сожалению, не получится. Фарфетч'd у нас... Так, давайте вылечимся. Окей, а там еще один босс заспавнился, ни хрена себе. Нужно выбирать, кого убивать. Но этот ультимейт босс, поэтому я его, в принципе, выбрал, да?
Главное, чтобы его убить, чтобы он нас не убил. Но Мастер Бол это круто, ребята. Я согласен. Так. Ну тут выпало, да, я вижу, выпало всякая хрень. Это можно выкинуть. Тут можно, много чего можно выкинуть. И много чего, хотя немного. Вот сюда можно добавить. Вот так. Вот так. Круто, ребята, действительно круто. Я даже не ожидал, что мы так выбьем Мастер Болл. Это очень нам поможет. Очень, действительно очень поможет. А пока мы там что-то делали, то этот босс уже пропал, твою мать. Ну да ладно, Мастер Болл это уже круто. Это... Ой, та-та-та, стоять, чуть не пролетел. Пиджей. Как-то много пиджей не заметили, ребята, только пиджей, нафиг. Иди-ка ты... Это ты... Фарфетч у нас 37 уровень, мы только Фарфетч-то прокачаем нафиг на пиджи. Так. Так, не убей нас, пожалуйста. Да... Я же сказал, не убей нас, пожалуйста. А Драгонэйр... Да, Драгонэйр хрен что-то сделает. Ну, будет круто, если Фарфетч справится. Справился. Замечательно. 38 уровень. Замечательно. Полетели-ка мы, ребята, дальше. Одного босика убили, выпал Мастер Болл. Это очень круто. Я, если честно, очень доволен. То, что Мастер Болл выпал... Не то, что доволен, а... Так, сейчас, это кто у нас? Опять Пиджей. А то, что круто, что мы сможем еще одну легенду словить, поэтому, ребята, мы уже будем начинать, наверное, делать машиночку, чтобы клонировать Мью и получился Мьюту. Ну, или просто-напросто будем пытаться охотиться за Райквазой, потому что Райкваза тоже может заспавиться, если мы за ней немного поохотимся, да? Будет круто, если это действительно вот так. Ну, в этой серии, ребята, мы пока что делаем себе большой... Ух, ни хрена себе серия уже длится. Ребята, уже давайте на этом заканчивать. Серия уже действительно очень долго длится. Я опять забыл в этой серии добавить людей в ресторан. Но, знаете, ребята, у меня для вас небольшая интрига. То, что, наверное, мы вот это в какой-то степени будем переносить на наш новый сезон кулинарии. Просто я ранее говорил, спрашивал у вас, то есть хотите ли вы новый сезон с кулинарией, то есть с этим модом, где мы будем выполнять заказы подписчиков, где мы будем готовить, делать свои фермы там продуктов, потому что, ну, с Пиксельмоном это круто, да, разнообразие, можно и так сказать, но не всегда оно полезно, потому что, как вы видели, у нас какая хрень была с Пиксельмоном. Если у нас есть Пиксельмон, то мы только на нем сосредотачиваемся, да? То есть разводим покемонов, ищем боссов, прокачиваем, ищем новых покемонов, делаем там качавки и качалки и все такое. А как сначала у нас получился музей... Твою мать, перекачали Фарфетч. Не нужно было его, наверное, прокачивать дальше, ну ладно. То есть мы делали качалки и все остальное, ребята. А сейчас у нас просто-напросто... Да твою мать. А сейчас, точнее тогда, когда мы делали качалки, и потом мы себе сделали музей, то мы про Пиксельмон забыли на несколько там серий, или даже на большое количество серий, только потому что... Да твою мать, стой на месте! Только потому что мы сделали себе музей, и на какое-то время мы забросили Пиксельмон, вот потому что... Потому что... А мы хрен его убьем, если честно, ребята. Мы хрен его убьем, потому что его нужно ваншотить. А нет, мы его вряд ли убьем. То есть мы делали качалки и забыли там, например, про музей, забыли про одно. Нет, наоборот, были сосредоточены только на музее. Забыли про Пиксельмон и больше ничего не делали. Потом, когда мы уже немного приутихли с этим музеем и поняли, что музей это не очень такая, ну, как бы хорошая идея, но тоже есть свои минусы в какой-то степени. Мы опять сосредоточились на музее. О, ни хрена себе. Мы сосредоточились на музее, и потом, когда мы сделали себе ресторан, мы опять на несколько там серий тупо сосредоточились на ресторане и больше ничего не делали. И это тоже очень хреново, потому что сидеть только в одном ресторане и больше ничего не делать тоже, ну, тоже не очень, можно и так сказать. Поэтому, ребята, в какой-то степени нужно тоже знать меру. И может, как я сейчас сказал, мы сделаем себе отдельный, ну, как бы новый сезон с кулинарией, потому что
Честно, ребята, я вообще ни у кого вот это не видел. Поэтому сделаем, наверное, новый сезон с кулинарией. И будем готовить вот там, и вот там мы будем делать заказы. В принципе, сезон будет только на этом сосредоточен. То есть, ассоциация сезона будет только с кулинарией. И чтобы делать, выполнять заказы подписчиков, можно и так сказать. Потом, ребят, посмотрим, честно. Но в этой серии мы выбили мастербол. Это очень круто, очень. Прям очень круто то, что мы выбили мастербол. На одну легенду мы уже можем словить больше. Фу. Так, а, точно, у нас еще две Блисси осталось. Ну, хреновенько то, что мы перекачали все-таки Фарфетч'd, я хотел его на 40-м уровне уже выложить, и, по сути, у нас бы действительно вот так получилось, то, что мы бы выложили двух покемонов за одну серию. А сейчас мы его вряд ли прокачаем, у нас еще две Блисси осталось. 44-й, вот сейчас я уже его боюсь перекачать. 44-й. Ну, ладно, давайте тогда быстренько мы слетаем... Да, ты ж... Слетаем на наш остров и докачаем нашего Фарфетч'да уже один уровень и уже его тоже выложим, ребята. И пока у нас там манчлаксы разводятся, мы будем... Хотя, в принципе, нам еще два яйца нужно, ребята, раздолбить. Два яйца это много. Но вот, ребята, мы прикачали... Да твою мать, а. Мы прокачали его и даже... Не делать погоды то, что мы его перекачали. Мы его и так уже докачали. Но сейчас, ребята, мы будем сосредотачиваться только на Драгонере, потому что, как видите, наш капитан уже максимальный уровень, и его уже нужно выкладывать. Так, Фарфетч у нас идет Солозис. Снизл, в принципе, у нас тоже пока что идет сюда. А... Свадлон у нас есть, Вульпикс у нас есть, Селеби. Джиглипаф. Ну, Джиглипафа, в принципе, уже тоже можно удалять. У нас есть Иглип, зачем нам тогда Джиглипаф? Вау-в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 ау. Нам бы еще Скармори словить. Поливак. Нам бы еще действительно, ребята, Скармори словить. Было бы круто. Фарфетч, Поливак. Давайте Поливак. Ой. Давайте Пуливага возьмем. И также, ребята, скажите, пожалуйста, как эволюционирует Сидра. То есть, с помощью какой шапочки она эволюционирует. Тоже буду рад, если вы вот это скажете. Ну и вот тут у нас продолжают размножаться покемоны. Уже Дитто с Норлаксом. И на этом, ребята, мы будем заканчивать эту серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Мы сделали много чего. Мы добыли новый мастербол. Это очень круто. На одну легенду мы сможем больше уже себе сделать. Вступайте в нашу банду крутых персов, все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться, и вы автоматически станете членом нашей банды, будьте крутым перцем. И также, ребята, не забываем поставить лайк и оставить свой комментарий, это тоже очень важно, и буду очень рад, если вы вот это сделаете. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!